Вечер уже, наверное. У нас включение. Саня. То, что у нас Саня, самый счастливый пес на свете. К нему постоянно приходят подружки и постоянно новые. Это у нас черный терьер. Как? Саня. Саня? Александра. А, Александра. Да. Александра. Александра. А это? Маргарет. Она серо-черный терьер. Они что, сестрички? Ну-ка, давай Саня крупным черная планом. У тебя такая же смешная мордочка, как у Татоши. Только, только поменьше. Татоша, это надо у папы. Не в коем случае. Ни в коем случае. Не надо. Вы гладьте, а это не надо ему ничего делать. Нет, я просто в пакет для своих. Да. Рядом. А вы для чужих не надо. Татоша, ты чужой. Ну, это. Татоша, терьеры, вот, терьеры. Уже год знакома, а ты чужой. Все до сих не, пор ну, чужой. В смысле, у него потом блямбы на вот здесь возле хвоста выскакивают. Одна даже, по-моему, до сих пор где-то тут гуляет. Ну, в смысле, такое-то раздражение. Это, Саня там, Маргарет здесь. Маргарет. Ну, а ты впервые, что ли, на этой площадке? Это колеса, олимпийские колеса. Их три. Два уже увели. Они где-то в другом месте. Они возле входа. Одно. Ну-ка. Саня, ты самая говорливая. А этот-то... О, смотрите, он целоваться сейчас полезет. Это такой кобелище-то. Вон он. А это у тебя другие подружки-то. Ну-ка иди. Иди отсюда. Вот ты молодец. Так, а там... Там групповое взятие барьера. Осторожно, это подстраховка. Вам помочь чем-нибудь? Не-не-не, я сама. Так, тут так, одна раз. У нас давно лазит, а вторая только первый раз залезла. Да? Саня, подожди. Саня, подожди. Александра, подожди. Вот так вот. Вот что такое мотивация труда. Так, давайте я вот эту подержу. А меня кусаться? Меня-то за что кусать? Я не вкусняшка. Саня, подожди. Саня, я подержу, я держу. Саню, она не дает спуститься. Саня, иди вот к Татоше поприставать. Молодец. Ой, подождите. Ну-ка, я снимаю вообще-то. Снимаю. Это я пойду повешаю там на входе. Ой, спасибо большое. Ой, Татоша. Видишь, как тебя ревнуют? Никто и девчонки пристаешь. А тут, понимаешь ли, очередь выстроилась на горку за вкусняшками, за мотивацией. Все, девочки. Сань, ну ты... Сани, вы тут не стояли. По две вкусняшки в одну пасть не давать. Нет, Маргарет, надо сначала... Молодец. Вот, Саня там, он видишь, как за двоих старается. Там вкусняшек-то на всех не хватает. Саня, давай. Саня. Тихо, не торопись. Санек, давай. Вот, давай, спускайся. Вот я порожняком не сходил. Снимаю и иду вешать. Ну, Татоша, а ты еще не участвуешь. Папа не разрешает тебе участвовать. Не дает и к девушкам приставать. Иди, вон, смотри, девчонки. Вот. Маргарет, мы уже ждем здесь на выходе. Вот, Маргарет сейчас появится на препятствии. Маргарет пока не появляется. Давай. Да, являются только святые. Молодец, давай. Ну, команд. Надо с этой стороны лебедку ставить. И подтягивать. Вот хитрая какая. Давай. Представь, это кусок мяса очень большой. Он вырастет. Вот так вот. Прямо. Прямо такой наглый оператор попался сегодня вообще. Такой наглый корреспондентишка этот, я вам скажу. Ужасно. Вот он сегодня проснулся, спал тихо на лавке. Иди. И тут вот. Ну, вкусненько. Давай. Вот это. Давай. Это называется мастер-класс вкусняшка. Давай. Ну, эй, терьер. Давай, Маргарет. Ты же терьер, Маргарет. У тебя такая милированная челочка. Это вы специально милируете? Нет, это у нее окрас от природы. Да? Вот это да. Да, это соболиный окрас. А у меня тоже от природы уже замилировался уже. Маргарет, давай. А Татоша, а у Татоши уши отливают серебром. Как-то мы с ним идем, и две девушки идут. Одна говорит, смотри-ка, у собаки уши милированные.
Вот. Не, реально, она вот у нее тут серебром отливает. А когда на солнце, она еще блестит. А папа солнце сейчас загорает, загораживает. Красавчик. Ну-ка, привет, Саня. Тебя это от вкусняшек от этого отодвинули на период обучения. На период обучения. Вот такой язычок у нас. О, там обучение идет и полным ходом, и задним тоже. Ну и сколько им? Погодик уже? Кому? Щенкам? Да. Им по 4 месяца. Даже по 4 месяца? Да. С ума сойти. А то тоже всего 7 лет. Ладно, прервемся. А то что-то папа сегодня разговорился тут. Все, пока. Всем хорошего настроения. Добрый вечер.